С ее работой в составе делегации сегодня ознакомился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и его заместитель по АПК Андрей Коробко. Участниками крупнейшей экспозиции стали 52 страны. Представлен на ней российский стенд, он один из самых больших. Технику в Ганновер привезли сразу несколько лучших заводов страны, в том числе и Краснодарского края. Добавлю также, что кроме посещения выставки у Вениамина Кондратьева в Германии также запланирован ряд встреч и переговоров.